7 августа в Елабужском институте Казанского федерального университета был дан старт 8-му международному фестивалю школьных учителей. С самого утра педагоги смогли посетить 25 занятий и мастер-классов. Я с радостью, с большими надеждами сюда приезжаю, как на праздник, можно даже так сказать, потому что я считаю, что вот Елабужский университет, он такой, наверное, кладезь инновационных педагогических идей. Для меня это абсолютный заряд на весь учебный год. Открыл фестиваль ректор Казанского федерального университета. Я приветствую вас от имени нашего Казанского федерального университета на этом прекрасном мероприятии. Я хочу поблагодарить всех вас за то, что вы нашли время приехать на эту прекрасную Елабужскую землю, нашу республику. В пленарном заседании 7 августа приняли участие председатель Госсовета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин, министр образования и науки Республики Татарстан Энгель Фаттахов, председатель Республиканской профсоюзной организации работников народного образования и науки Юрий Прохоров. Традиционно форум стартовал с акции «Помоги собраться в школу». 15 дошколят получили из рук первых лиц Татарстана заветные портфели с констоварами. Познать истину и поделиться знаниями и опытом в этом году приехали более 350 учителей Татарстана и 60 педагогов России, около 50 модераторов России, США, Германии, Турции, Израиля, Словацкой Республики, Беларуси, Азербайджана. А чем важно все это? Во-первых, тем, что мы сами делимся опытом, и этот опыт новый для себя получаем, потому что учитель, я думаю, в этом его одна из особенностей, что он учится всю свою жизнь, учит других и учится сам. Кому, как не хозяйке фестиваля, суметь наладить конструктивный диалог педагогов и руководителей. Директор Елабужского института Казанского федерального университета Елена Мирзон успешно справилась с ролью модератора дискуссионной площадки. Коллеги, еще раз возьмите в руки карточки. Еще один вопрос очень хочется задать. Если бы вновь пришлось вернуться к ситуации выбора, выбрали ли бы вы профессию учителя? Прошу голосовать. Спасибо, и вновь больше зеленых карточек. Спасибо вам большое за вашу верность профессии. За верность профессии и педагогический подвиг букеты цветов эксперты вручили участникам фестиваля, которые много лет посвятили тому, чтобы сеять разумное, доброе, вечное. Беседа экспертов прошла в формате интерактивного диалога. Право голоса было представлено каждому сидящему в зале. Учителя, модераторы, родители и студенты могли проголосовать «за» или подвергнуть критике то или иное мнение. Хочется отметить, что данный фестиваль уже стал научным брендом Казанского федерального университета. Вот в начале, когда в 2009 году мы еще задумывали этот фестиваль, мы думали, он начнется и завершится форматом только Елабужского тогда педагогического университета. Каждым годом он расширяется. Первое открытие мы проводили на площадке актового зала института. Сегодня, видите, уже даже вот этот зал, самый большой зал в этом городе, никто не умещает всех желающих. В течение 3 дней участники не только продуктивно работали, но и активно отдыхали. Ведь для них была подготовлена насыщенная культурно-развлекательная программа. Арина Михайлова, Динара Алмагабетова, Денис Сипайлов.